Друзья, всем привет! Совсем коротенький ролик. Просто знакомые, как говорится, аквариумисты рижские привезли рыбы. Говорят, Андрюх, не хочешь взять? Молодцы какие ребята, что понимают, что если рыбки подросли и аквариум не позволяет, то говорят, возьми, выпусти в свой аквариум двух шикарных золотых рыбок, телескопа, птерика. Вот смотрите, какая золотая рыбка. Иди сюда, красавица. Вот. Давайте вместе с вами выпустим. Почему я хочу показать этот ролик? Чтобы люди видели, ух, вот, поплыла, какая просто могучая, но шикарная, шикарная, золотушечка какая. Так, и телескопчика выпускаем, потому что я обещал людям показать, что точно будет все хорошо. Вот телескопчик, видите, какой, какой, видите, телескопчик. Ну вот он. Там, смотрю, такие, знаете, молоденькие золотые рыбки. И тут, уф, еще анцисрус. Крупный какой самец. Вот, телескопчик. И где-то вот там золотая. Ну, понятно, что только пока выпустил. Сейчас поплавают, определятся. Как говорится, все будет хорошо. Вон еще молоденький анцисрус. Как вы знаете, что, ребят, у меня есть любые рыбки. Готов всегда предоставить вам. И птерик. Опа, вот, и птерик тоже выпускаем сюда. Плыви, плыви. Опа. О, вот. Все. Можно с душой людям показывать и рассказывать, что ты выпустил рыбок. Потом надо будет стекла потереть чуть-чуть, потому что от капелек. И вот она, золотушечка. Вот. Ну, красавица, реально красавица. И тут еще и телескоп где-то. Вот. Два больших золотых и телескопа. Так что, ребята, если вдруг у кого-то кто-то вырос большой, тем более вот как золотые рыбки, аквариум этот шикарный для них. У меня работают вот таких внутренних два фильтра. Их я постоянно чищу, вполне хватает. Сейчас я так бросил чуть-чуть корма, чтобы рыбки поели. Ну, смотрите, ну, золотые рыбки плюс золотых рыбок. То, что все помещается в рот, они могут съесть, но ни за кем охотиться специально не будет. И вот среди них плавают красавцы. Все, ребят, спасибо, что вы смотрите, что вы поддерживаете. Всем, дай бог, здоровья, самое главное. Теплых отношений в семье. Всем пока, друзья. Вот он, наш аквариум. Для золотых рыбок самое то с нашими ценами, которые мы имеем пока на данный момент на электричество. Потому что подогреть 5 тонн, ну, это очень дорого. То есть поэтому золотые рыбки – это лучший выбор на данный момент для этого аквариума. Все, ребят, всем пока-пока-пока.